Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор покупочек из магазина Светофор. В этот раз мы взяли много товаров, которых раньше не покупали, так что для нас это новинки. Ну и в принципе есть товары, которые я раньше вообще не видела в магазине, так что я думаю, что во всяком случае для нашего магазина это точно новинки. Давайте начнем с каких-то новых товаров, потому что есть, конечно, повторные покупочки, которые я вам уже много раз показывала. Взяла я вот такой вот гранд десерт, мне очень нравится, потому что я обычно покупаю вот такой вот десерт, я вам его уже показывала, в Светофоре он стоит 38,90, вот мы сегодня как раз таки еще заходили в Перекресток, нам надо было там сделать небольшие покупочки, вот такой вот десерт там стоит 60 рублей, все то же самое, в Светофоре 38,90, ну практически в два раза, да, чуть меньше, но это вкусный десерт, он мне очень нравится, сейчас в Светофоре больше вкусов появился, вот этот вот с ванилью. А также я взяла соленой карамелью, мне очень нравится. Есть с клубникой и с белым шоколадом, есть просто шоколадный и есть еще лесной орех. Присмотритесь, если любите вот такие вот пудинки, они очень вкусные. Также вот такие вот десерты я видела ранее в магазинах, в Светофоре еще не видела, но ни разу не пробовала. Я так понимаю, что здесь в одной чаше емкости пудинг, а здесь вот всякие рассыпушки. Молочный десерт с белым шоколадом и насыпкой из сушеной клубники, хлопьев в шоколаде, клубничного печенья и хрустящих шариков. Ну, в принципе, знаете, на завтрак, я думаю, можно попробовать. В Светофоре он стоит 44,90. В обычных магазинах он, естественно, стоит дороже. Было два вида. Вот такой вот и просто шоколадный. Здесь молочный шоколад с насыпкой из печенья брауни, шоколада и хрустящих шариков. Я взяла парочку на пробу. Если мне понравится, то, конечно, буду их больше покупать, когда будем в Светофоре. Вот так выглядит этот десерт. Видите, в одной части пудинг, и во второй какие-то здесь хлопья, шарики, не знаю. Сейчас я это все пересыплю и перемешаю. Вот так вот я все перемешала, я уже попробовала. В принципе, это вот такой же пудинг из белого шоколада, как вот у них обычные пудинги. Просто с добавлением вот каких-то таких вот хлопьев, шариков. Ну, в целом неплохо, вкусненько, да, как разнообразие на завтрак. Можно попробовать. Вот так выглядит этот пудинг. Видите, здесь вот такие вот шоколадные какие-то шарики, кусочки печенья. Я уже попробовала, очень вкусный, мне понравился. Можно иногда покупать, но мне, наверное, больше нравится обычный пудинг без добавления вот этих вот каких-то сухих ингредиентов, каких-то там шариков, кусочков печенья или каких-то сухофруктов. Но такой тоже вкусный пудинг. Поэтому здесь уже выбирайте сами, что вам больше нравится. Обычный пудинг или с добавлением каких-то сухих ингредиентов. Также я решила взять на пробу вот такие вот злаковые батончики. Я знаю, что это не новинка, но мы их раньше не покупали. Фирма эта хорошая. Я знаю, что у них вкусные мюсли, не дешевые. И вот такие вот батончики. Здесь получается 6 штучек с карамелью. Была еще другая упаковочка. Там была ассорти двух видов. Я, правда, уже не помню. По-моему, клубника и какой-то еще один вид. Но я решила взять на пробу с карамелью. Вот так выглядит батончик. Снизу у него белый шоколад. Ну и сверху он немножко им покрыт. Сейчас попробуем. Очень вкусный такой сладенький батончик. Но я думаю, что он не очень полезный. Все-таки это больше, наверное, как такая сладость к чаю, нежели чем какой-то полезный перекус. Но в целом, конечно, очень вкусненько. Написано, что детям от 3 лет можно его кушать. И взяли еще вот такие вот злаковые батончики с кокосом. Стоили они 39,90. Здесь 5 штучек. Я открыла этот батончик. Видите, снизу он покрыт шоколадом. Сейчас попробую. Батончик вкусный, сладенький. Единственное, что мне кажется, что пользы здесь очень мало. Здесь, я думаю, больше все-таки вот какого-то воздушного риса. Или я не знаю чего. То есть вот каких-то полезных компонентов, которые обычно присутствуют во всяких полезных батончиках, здесь очень мало. То есть это больше все-таки как сладость. Состав, конечно, у него, я тоже думаю, не очень хороший. Вот кому интересно, поставьте на паузу, почитайте. Но по вкусу вкусные, мне понравились. Вот такое печенье от Рот Фронт, затяжное с медом, детские забавы. Ну, дочка у нас любит вот такой вот подобный крекер. Видите, здесь различные животные. Взяли на пробу. Здесь 400 грамм. Стоили они 48,90. Вот такие здесь печеньки. Видите, всякие разные здесь животные. Печеньки неплохие. Единственное, что как-то маловато сладости. Но, наверное, для детей это даже к лучшему. Просто
Мы покупали подобные печеньки в Перекрестке, вот они были повкуснее, послаще. Но опять же, повторюсь, видите, они здесь с медом, поэтому они, наверное, не такие сладкие, и деткам, наверное, полезнее кушать такие печеньки. Одна из наших постоянных покупок – вот такие вот батончики от Sprint, да, это подобие золотого степа. Здесь 5 штучек, у нас просто некоторые покупки открыты, потому что у нас произошла авария, протек гель для душа, поэтому пришлось какие-то упаковки выкинуть. И, кстати, взяли в первый раз на пробу вот такие вот конфетки. Они с воздушным рисом. Мы думали, что они разных вкусов, потому что здесь разные какие-то животные, и мишки, и какие-то тигрята, видите, и мышки, и вот такие вот тигрята. Но на самом деле по вкусу они все одинаковые. Вот так выглядит конфетка. Сейчас я ее раскушу и покажу вам, как она выглядит внутри. И внутри у нее вот такая вот какая-то шоколадная масса. В принципе, неплохо. Такие сладенькие, не сильно сладкие. В меру. Нормально, мне понравились. Но если сравнивать вот эти конфетки с вот этими, то вот эти, конечно, вкуснее. Эти не продаются в Светофоре, они стоят дороже. Но вот эти вот такие прям настоящие шоколадные конфетки, вкусные. Здесь, ну, что-то это такое подобие шоколада, но тоже неплохо. Взяла я в первый раз вот такой вот бутерфиш с горбушей. Я его уже видела в Светофоре, но как-то, не знаю, не пробовала, не решалась попробовать. Стоит он 60-90. Здесь 180 грамм. Вот так вот он выглядит внутри. Сейчас попробую. Слушайте, ну по вкусу вроде бы ничего. Единственное, что мне кажется, как-то маловато соли. Не противный. Не могу сказать, что прям мне очень сильно нравится. Конечно, не стоит это сравнивать с Риетом. Например, Риет гораздо вкуснее. Но и стоит он в два раза дороже. И объем там гораздо меньше. Но при этом, ну... Так, знаете, за эти деньги, наверное, неплохо. Не знаю, не могу сказать, что прям не очень понравилось, но также не могу сказать, что это прям невкусно. Нормально. Взяли еще вот такую вот селедку в масле. Стоит она 101,90. И вес у нее 500 грамм. Селедка. На мой взгляд, многовато здесь масла, но, в принципе, кусочков тоже немало. Вот такие здесь кусочки. Мне, правда, нравится, когда кусочки немного поменьше. Ну, примерно вот такого размера. Как-то они здесь, видите, немножко такого... Вы видите, какой вообще большой кусок. Ну, на какие-то разные нарезки кусочки. Мне вот нравится, когда такие аккуратненькие какие-то небольшие кусочки. Вот такие вот, например. Селедка неплохая. Единственное, что мне кажется, она немножко солоновата. Ну, не то чтобы прям пересолена, но мне бы хотелось, чтобы поменьше чуть-чуть соли было. Но в целом вкусно. Селедочка хорошая, мне понравилась. Майонез Рикко на перепелином яйце. Семейный, премиум. Стоил 75,90. Объем 850 мл. Из постоянных покупочек взяли вот такие вот рыбные палочки от Вичи. Стоят они 136,90. И наши любимые лососевые биточки тоже стоят 136,90. Обе упаковочки по килограмму. Также наша любимая лапша по-сингапурски стоит 49,90. И вот такая вот традиционная лапша тоже 49,90. Здесь у нее побольше объем. 700 грамм, а у этой 450 грамм упаковочка. По вкусу они, ну, примерно одинаковые, обе вкусные. Единственное, что вот эта вот лапша более толстая. Но в целом они обе мне нравятся. Единственное, что, наверное, если делать соотношение цены, то здесь, поскольку вес больше, да, получается, что дешевле брать вот эту лапшу. Теперь перейдем к непродовольственным товарам. Взяли в первый раз вот такое вот детское мыло «Солнце и Луна». Я эту фирму уже ранее покупала, но не в Светофоре, а в других магазинах. Нормальная фирма, бюджетная, стоит 48,90. В первый раз взяла вот такое вот чистящее средство для унитаза. Стоит 79,90. Видите, здесь вот его нужно повесить на ободок. И он будет, как пишут, очищать. Видите, здесь написано чистота, без налета, гигиена и аромат. Я ранее покупала вот такие же средства, но единственное, что видите, здесь они сухие, а я покупала гель. Гель нужно было вот тоже в подобный какой-то контейнер заливать, но геля хватало на очень небольшое время, буквально там, ну, три раза надо было слить воду, да, и, в принципе, надо было заливать новую порцию геля, поэтому это было совсем невыгодно. Здесь, ну, что-то такое сухое, сыпучее, я думаю, должно хватить на более долгий срок, тем более, что, в принципе, стоит недорого. Сейчас я вам открою и покажу, как он выглядит. С
Смотрите, здесь три упаковочки. В принципе, для этой стоимости я считаю, что очень даже бюджетно получается. Да, это похоже на вот такие вот таблетки. Знаете, я иногда их покупаю в фикс прайс или в ленте. И единственное, что я их кладу прямо в бачок, а здесь получается, что вы их вешаете на ободок унитаза. Ну, аромат такой, знаете, ну да, как вот стандартная свежесть океана, что-то наподобие вот этого. В принципе, не противный. Ну, получается очень даже бюджетно. Посмотрю, как они работают, и если меня устроят, то надо будет в следующий раз купить их побольше. Забыла вам показать, вот такой вот свитбокс мы опять купили, стоит он 194,90, взяли со сказочным патрулем, здесь две игрушки и один пакетик с мармеладом. Сейчас я вам покажу, какие игрушки попались нам. Нам попалась вот такая вот кошечка и вот такой вот цветик-семицветик. Сзади вот здесь вот изображены игрушки, которые попадаются в этих свитбоксах. В принципе, по стоимости получается недорого, потому что в магазинах, как правило, один маленький свитбокс стоит примерно где-то вот за эти же деньги. Ну, иногда по скидкам можно купить за 100 рублей. Но здесь, в принципе, две игрушки. Поэтому мы вот когда бываем в светофоре, покупаем. Также там разные серии попадаются игрушек. Есть еще мимимишки, сказочный патруль и щенячий патруль. Также из новинок, во всяком случае, в нашем магазине, вот такой вот гель для душа, гранаты черная смородина. Здесь достаточно большой объем, 750 мл, и стоит он 72,90. Ну, по аромату, в принципе, такой непротивный, какой-то сладенький у него ягодный аромат. Я думаю, что должен быть нормальный. Не было, к сожалению, в этот раз наших любимых влажных салфеток, поэтому взяли вот такие. Тоже написано салфетки влажные, детские, от Ауры. 29 рублей они стоили. И здесь 100 штук. Единственное, что они без клапана. Такие салфетки, конечно, быстрее высыхают. Ну, какие были, такие купили. Взяли две упаковочки. Также из постоянных покупок вот такая вот туалетная бумага, стоит 70 рублей 90 копеек, она трехслойная, и здесь 8 штук. Хорошая бумага, нам нравится. И взяли вот такие вот бумажные полотенца, Deluxe, двухслойные, стоят они 37,90. Тоже берем их не в первый раз, вполне себе хорошие полотенца. Ну и вот такая вот настойка Стужа Люкс, клюквенная. Опять же, муж ее берет уже не в первый раз. Здесь пол-литра, и стоит она 230 рублей, мужу нравится. Колбаса докторская от фирмы Онега, здесь где-то 1,5 кг, стоит она 251 рубль 45 копеек. Нормальная колбаска, много раз вам про нее уже рассказывала, нам нравится, мы ее постоянно покупаем. Вот такие покупочки мы сделали в этот раз в магазине Светофор. Пишите в комментариях, какие товары вам нравятся в этом магазине, а какие нет, чтобы я на будущее знала, что стоит покупать, а что нет. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки и увидимся в следующем видео.